Ты не танцуешь, Ленский, Чайльд Гарольдом стоишь каким-то. Что с тобой? Со мной ничего. Любуюсь я тобой, какой ты друг прекрасный. Каково не ожидал признания я такого? За что ты дуешься? Я дуюсь, о, немало. Любуюсь я, как слов своих игрой и светской болтовней. Ты кружишь головы и девочек смущаешь, покой душевный. Видно, для тебя одной Татьяны мало. Из любви ко мне ты верно хочешь Ольгу погубить. Ее покой, а там смеяться над ней же. Ах, как честно это! Что? Да ты с ума сошел! Прекрасно! Меня ж ты оскорбляешь, и меня же ты зовешь помешанным. Что такое? В чем там дело? Что такое? Внимание нашей ссорой, я не смутил еще ничей покой, и признаю, желания не имею его смущать. Тогда зачем же ты ей руку жал? Шептал ей что-то, краснела, смеялся. Что? Что ты говорил ей? Послушай, это глупо, нас окружают. Что за дело мне, папа не оскорблен? И сатисфакции я требую. В чем дело? В чем дело? Расскажите, расскажите, что случилось. Просто я требую, чтоб господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его. Мой пыль! О, Боже! Боже, Боже! Пощадите! Пощадите! В вашем доме, в вашем доме, в вашем доме, как сны золотые, честь лишь друг дружба, слово пустое. Оставите мне жалкий подмалок. Оставите мне жалкий подмалок. Слышь!
слишком пошутил я грешно. Узнал ты, что дева красою может быть точно ангел мила. И прекрасно, как день, но душою, но душою точно демон коварна и зла. Уже теперь, после песен и ссора, кончится дуре. Но молодежь там перечет, они решают все с мечом, они решают все с мечом. А молодежь там перечет, в суде с нами Бог не поможет. Сейчас он только сразу, то разбавит, то разбавит, чем сейчас берет, и на цели готовы. Уже теперь, после песен и ссора, кончится дуре. И ссора кончится дуре. Услугам вашим я довольна. Выслушал я вас, безумны вы, безумны вы, и вам урок послужит к исправлению. Итак, до завтра посмотрим, кто кого проучит. Пускай безумец я, но вы бесчестный соблазнитель! Помолчите, или я убью вас!